Недвижимость. Это что означает для вас? Это счастье. Это здоровье. Это просто здоровье, друзья. Это просто счастье. Счастье, недвижимость, туристский недвижимость. Вот. Средиземное море. Банана, вид балденно, и здесь ваша недвижимость. Зарубежный недвижимость, турецкий недвижимость. Очень, очень, очень красивый. 6 плюс 1, 440 квадратный метр. Отдельно настоящая вилла, друзья, вот в таком виде. Три этажа, огромная, большая вилла, друзья. Хочу с вами, именно сегодня с вами поделиться вот эта красота. Самый главный, не только вот этот бетон, не только вот это недвижимость. Самый главный место расположения, друзья. Место расположения очень важно в самом деле. Вот ваш вид никогда не закрывается. Вот такое место расположения очень тяжело найти. Теперь вот такой открытый вид, друзья. Бассейн, место барбекю, место парковочное, место. Все есть в самом деле, друзья. Мне очень понравилось. Хочу с вами поделиться. Так что, очень красиво, правда? Все продумано. Все есть. Вот здесь можете посидеть и посмотреть. И отсюда тоже так же. Я не хочу всю комнату вам показывать, потому что 6 плюс 1 – это огромный, в самом деле, друзья. 6 плюс 1 – это зал вместе с кухней. Это уже первый этаж. Первый этаж. Как вы видите, она так продается. Именно без монтажа телефоном, хотим с вами поделиться, друзья, без монтажа просто. Как вы видите, она так продается. Еще очень важно, что если вы приобретаете эту виллу, вы получаете турецкое гражданство. Короче, подходит эта вилла для гражданства. Так что... И очень красивый туалет. Туалет, ванная, туалет для меня очень важно. Давайте я немножко поворачиваю камеру, более подробнее, близко посмотрим, хорошо? Между прочим, везде сад. Посмотрите, везде сад. Вот, давайте поднимаемся. Вот такой вид отсюда. И здесь такой красивый, хороший декорация. И поднимаемся. Давайте поднимаемся, посмотрим. И это уже второй этаж. И декорация очень красивая. У кого есть много детей, либо собираетесь много детей делать, вот для большая семья, вот такая квартира, друзья. Детская комната, длинный широкий большой окно, здесь спальная комната, здесь можно посидеть, здесь еще гардеробная комната, и здесь что есть еще, опа, здесь душ, и через душ с видом на море, огромный большой вот такой балкон, друзья. Так что, если что, под видео есть ссылка, нажимайте эту ссылку, оттуда получаете более подробную информацию. Давайте. Вот. Это уже первый этаж внизу, это второй этаж. Давайте. Еще третий этаж. Кондиционер тоже есть. Как вы видите, она так продается. Так что, здесь тоже есть одна комната, спальная комната. И каждая комната достаточно большая. И потолки очень высокие. Так что бегом. Много ходить надо здесь. Третий этаж. Теперь мы поднимаемся на третьем этаже. Третий этаж. Здесь есть маленький с
спорткомната, как назвать, не знаю. Но вот такой вы можете здесь заниматься спортом. Так что здесь еще спальная комната, родительская комната, можно так назвать. Здесь тоже угловой большой балкон, потолки высокие. Здесь тоже вот, вот в таком виде одна большая вилла на продажу. Так что именно хотел сегодня с вами это поделиться. Вот в таком виде гардеробная комната, еще здесь санузел, вот в таком виде душ, красота. Так что давайте здесь тоже выходим на балкон, посмотрим. Вот, вот в таком виде она с вами сегодня, правда, очень красивая. Мне очень понравилось. Короче, друзья, вот в таком виде ваша вилла. Ваша вилла. Ваш вид, вот этот вид никак не закроется. Вид на Средиземное море. И здесь внизу бассейн, сад, красота. Действительно, недвижимость. Это очень хорошо иметь свою недвижимость возле Средиземного моря, друзья. И эта природа, это море, это климат всегда нам нужно. Не только для инвестиций это нужно, еще нужно для здоровья, в самом деле. Для здоровья тоже это очень важно, я так считаю, потому что все люди сюда приезжают, просто себе чувствуют, как у себя дома, себе чувствует очень хорошо. Здоровье это. Очень хорошо. Здоровье. Тихо, спокойное место. Это в сторону аэропорт Газбаша, Демирташ. Друзья, в сторону Демирташ. И отсюда аэропорт недалеко. Через полчаса уже попадете международный аэропорт. Аэропорт Газбаша. Друзья, ваш вид очень хорошо. Я люблю. Я люблю вот в таком виде жить. Я люблю вот это посмотреть утром, когда откроете глаза, напротив у вас Средиземное море. И очень хорошо, тихо, спокойно место. Еще очень хорошее, что удобно с мебелью, с бытовой техникой продается. Под видео есть ссылка, друзья. Нажимайте эту ссылку, оттуда получаете более подробную информацию. Так что уже камера как зеркало, да? Хочется вот иногда посмотреть себе тоже зеркало. Вообще, я считаю, что человек должен себе любить, себе уважать. И кто негативный, кто противный, кто просто не для вас, от таких людей надо уходить, чтобы больше работать, чтобы время использовать более полезно, чтобы жить позитивный, хороший, друзья. Поэтому любите себе, дарите себе вот это недвижимость и природа. Это очень хорошо, в самом деле, друзья. Все будет хорошо, не переживайте. Все будет хорошо. Всем удачи.